И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань!» Возьми постель твою и иди в твой дом. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.